Добро пожаловать на канал Народные Советы. В этом выпуске я расскажу, как лечить диарею народными методами. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Так вы улучшите свои знания о народной медицине. А еще вы можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. На моем канале уже выходил ролик на эту тему, и сейчас ссылка на него всплывет в правом верхнем углу. Правильное лечение поноса – очень важная задача. Скорость и качество ее решения влияет на восстановление нормального функционирования кишечника, а также состояние здоровья в целом. Среди последствий этого состояния есть нарушение водно-солевого баланса. Оно ведет к обезвоживанию, при котором электролиты, регулирующие работу сердца и способность клеток обмениваться нужными им веществами, выводятся из организма в больших количествах. Обезвоживание является опасным для человека состоянием, к которому быстро приводит диарея. Я подготовил несколько рецептов, которые вам помогут. Чайную ложку недробленного риса залить 7 чашками холодной воды. Кипятить на медленном огне до полной готовности риса. Полученный отвар давать больному в теплом виде по 1-3 чашкам каждые 2 часа. Утром и вечером принимать стакан водного раствора марганцового калия. Раствор должен быть светло-розовый. Следить за тем, чтобы все кристаллы растворились в воде. Обычно однократного приема бывает достаточно, чтобы понос прекратился. Отвар черники – старинное средство от поноса. Заварить траву крутым кипятком и пить как чай. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!